позиционную атаку в большинстве, но время еще есть. И Азиведа принял решение бросать в такую ситуацию. Неплохая позиция для броска была у нападающего Аббаса. И сейчас шайба на пятаке. Лангхаммер! Какой-то смертельный трюк исполняет. Сейчас хочется посмотреть повтор этого момента, но такое впечатление, что это заявка на спасение матча. Пусть и при счете 0-2. Если на реакции, да, то это, конечно, действительно спасение. То, что называют спасением. И здесь бросок с очень близкого расстояния, да, который не оставляет фактически вратарю времени среагировать.